Мы снова в Думе, мы снова в деле. Дорогие друзья, всем привет, с вами Спикер, и продолжаем проходить Кровавый Дом. У нас тут есть две двери, синяя и желтая дверь. Так, хорошо, у нас есть тут портальчик, и, походу, с другой стороны тоже есть такой портальчик. Как раз, походу, там находятся у нас ключики. Короче, соберем уже патрончики, хотя у нас максимум патроны, можно просто войти уже и разобраться с монстрами. Где наш обожаемый дробовичок? Как раз нужно бензопилу. Ох, что я люблю. Так, ну что, перемещаемся уже. И идем 100 метров в ту сторону. Так, тут появляется, сразу пошла Гренка в ту сторону. Ну, ребята, я спускаюсь прямо к вам же, прямо в мордашку. Мы спускаемся в самый низ. Так, ну что у нас? О, какая досада. Реально очень досадно, прям со стороны. Так, можно пройти. Можно пройти наверх куда-то. Так, давай прям сюда. Ну, давай поведай нам историю какую-нибудь интересную. Странствуя между мирами и эпохами, нашел путника до... Так, вижу монстра. Создание. Неплохо. Хорошо, где просто в атаку уже и просто в морду. О, как хорошо получилось-то. На, держи в глоточку. Чудесно. О, как там рвануто. Да, походу и все. Так, соберем то, что у него есть, и поднимаемся обратно наверх. Открылась дверца, и мы уже... Держи сразу, блин, сколько тут... Хорошо, взрыв, нужно еще разок. Ох ты, просто в нашу струну. О, как рвануто. Было довольно красиво и эффектно. Хорошо, соберем припасики и откроем какую-то дверцу. Так, возвращаемся обратно. Так, ну что-то есть. Что-то есть, кто-то появляется. Так, ну в принципе, бензопила, мы готовы разрубить их. Вот сюда, детка, мы готовы рубить. Фу, всех подряд. Ну, ребята, кто следующий? Походу, их все друзья. Довольно быстро разрубили. Идем дальше. Мне это чертовски нравится. Просто реально. Крошим всех подряд. Ух, как по... Так, где моя гренка? Мне нужна гренка. Переключаем на гренку и пошел. Еще одну, давай вручную уже кидаем. Походу, у него просто дырка в животе. Хорошо, проходим сквозь него. Это что такое? Где мы очутились? Я вижу, есть монстры. Есть монстры, можно вручную. Руки да ноги оторвать можно. И уже, конечно, начистить им морду. Я вижу, может, ключик сразу. Открываем какую-то дверцу. И появляется много монстров. Ах ты да, появился монстр один. Хорошо, сейчас его забьем. Хочу его вручную добить уже. Ну, в принципе, я бензопила. Но, кажется, у меня нет патрончиков. О, готово. Готово влазить просто. И он готов. Вот сколько их пошло гренкам. Там сразу можно и монстра зацепить. Так, еще одна пошла. Лучная греночка пошла. Он готов, походу. Это кто такой здесь? Набирает энергия. С коленки в морду. Так, он готов. Реально очень мало места. И довольно удобно. Дробовик здесь гораздо... Секундочку, у нас, походу, какой-то есть бонус. И мы соберем бонус и ускорение. В принципе, хорошая вещь, то, что нужно. Можно поускоряться и вот так побегать, все уничтожать. Давайте уже позвоночник. Так, он готов. Кто у нас следующий? Ух ты, здесь жесть. Довольно большой монстр. Ну, давай-ка в разгоночку. Кто-то был чуть с правой стороны. Так, ребята. Сразу двоих можно. Что там происходит? Походу, прям в центре. Ну так, приблюшка, он еще живой остался. Так, походу, в мордашку. Готов. Ух, как лужить получилось-то. Так, еще один появился. И можно просто на задницу его. Мы задницу, походу, начистили. Так, ну что у нас есть? Кто-то есть еще, походу. Можно ракетами. Если ребят далеко, можно, конечно, их ракетами. Так, они готовы. Там еще... Ох, еще сколько их тут? Так, давай уже на удочке. Это было жесть. Ну, он сейчас уже живой. Прям позади меня. Так, появилась ведьма еще. Как же ненавижу ведьму. Хорошо, дробовичком я добьем ее. Ух, сразу готово, что ли? Реально довольно быстро уничтожили. И, походу, осталось только здоровый. Короче, мне нужно, по идее, нужно собрать брони. У нас уже есть припасики. Ну, давай вплотную уже. Ух ты, какой зверь-то. Прям в задницу. Какая разница, в задницу или в глотку. Так, походу, и все. По идее, открывайте дверцем. А с какой стороны? А, вижу. Окейшки, идем дальше. Довольно было весело. И уже заработали желтый ключик. Готово. Так, открылась другая дверца. Идем туда уже. Пока что все спокойно. И довольно немного монстров. Хорошо, перемещаемся. И куда мы переместились-то? Так, сейчас разберемся. А, все понятно, мы переместились. Как раз открылся у нас второй портал. Можно, по идее, открыть уже дверцу. Ну, давай-ка откроем дверцу, посмотрим, что у нас там есть. Мне, по идее, нужно будет... Так, дверца открылась и... Да, дверца открылась, и можно пойти туда, походу. А можно пойти и в портал. Но, по идее, у меня... А, здесь просто рычаг какой-то. Рычаг, чтобы открыть главную дверь. Хорошо, наверное, потом откроем. Мы пойдем уже за синим ключиком.
А здесь, походу, будет жесть. Так, вижу, есть бонус сразу. О, сразу мир появляется. Ребят сразу появляются. И мы прям к ним же. Прям вкладываем. Это была жесть. Это реально очень смелый поступок. Так, ну что ж, давай с тобой разберемся. С твоим товарищем довольно быстро разобрался. Так, он готов. Осталось только мелочь. Здесь, походу, пузата мелочь осталось. Давай без наводки. Так, он готов. О, как отлетел-то. Он готов, а мне кажется, я не смогу собрать этот бонус. Прям в центре. Как же не хотел взять бы его. Хорошо, наверное, уничтожим парочку монстров и, возможно, откроется. Так, прям задницу. Прям задницу. Еще раз можно? Да, прям задницу можно еще раз. Как красиво отлетел-то. Хорошо, видел еще где-то парочку. Ах, вон ребята появляются где-то. Где-то видел парочку еще ребят мелких. О, походу, тут не мелким. Вот наша мелочь. Ох, мне слишком нажимает. Сейчас, ребята, отойдем маленько в сторону и закидаем просто гренками это место. Так, готово. Я возьму дробовичок. У нас, в принципе, есть покруче что-нибудь. У нас реально есть что-то покруче. Вот такая пушка у нас есть. Три снаряда. И, ребята, нужно собрать их все вместе. И где же можно собрать все вместе поближе? Желательно поближе и желательно побольше. Ну, в принципе, можно прям тут. Давай-ка. Ну, вот таким. Реально просто уничтожать даже издалека. А нет, тут-таки один остался. Зажимаем его в угол и добиваем уже. Готово. Ты последний мой хороший остался. О, готово. Так, ну что у нас? Есть парочку бонусов. Это мы соберем. Ох, открылся. Открылся бонус. Мы берем уже. Ну что, четырехкратный урончик. Но я никого не вижу. Так, пойди у нас. Синий ключ вот в этой стороне находится. Да, появились ребята. И сейчас начинается потеха. Прям по ногам. Это у какой-то живучий остался. Так, давай к гренкам. Надеюсь, довольно ух, сколько их туда. Закидываем просто гренками. Нужно брать ракет, наверное. Сейчас добьем лежачего. Добили, походу, лежачего. Черкран, у нас есть еще урон. Нужно как-то поскорее уже всех уничтожить. Так, дробовик, мне кажется, не подойдет. Нужно что-то побачим пучку. Давай снарядом. Погода закончилась. Реально закончилась. И нужно добивать уже будет без бонуса. Так, мы, наверное, пойдем с фланга. Сейчас забудем с другой стороны. Вот я. Наконец-то появился. Это еще и сверху. Довольно больших монстров много здесь. Так, что у нас тут есть? Жизни собрали. Жизни пособираем, конечно, брать. Так, дверь открылась. Как раз синий ключик, то, что нужно. Довольно быстренько мы добыли синий и желтый ключ. И можно возвращаться уже обратно. Так, нужно вон портальчик. Да, у нас, походу, есть какой-то портал. И как раз появляемся прям именно там. Ну, сперва, конечно, соберем жизни и бронь. Так, еще одна аптечка. Ну, в принципе, можно уже идти. Так, что у нас такое? Это у нас патрончики. Хорошо, идем дальше. Так, 50 метров нам нужно. Секунду, у нас нужно. А, нужно просто, наверное, вернуться обратно. Хорошо, вернемся, наверное, обратно. А вот наш портал. Довольно близко было. Бензопила. То, что нужно. Так, у нас, походу, закрылась дверь. У нас вроде открылась дверь была, а сейчас она уже закрылась. Хорошо, наверное, уже активируем синий ключ и посмотрим, тоже закрылась. Два портала, и они закрылись. А вон какой-то механизм. Обалдеть. Хорошо, уже активируем. И посмотрим, что почем здесь. Пока открывается дверца, мы, наверное, все-таки активируем этот рубильник. Какая-то шестеренка. Так, сбили. И заводим второй. И сейчас, походу, что-то откроется. Никакого движения не вижу. Как-то даже настораживает. Так, вижу, перемещаются шестеренки. Так, появляются ребята. Ну, ребята, с вами разберемся. Пока у нас что-то перемещается, нам нужно разобраться с монстрами. Так, тут еще остался один. Так, он готов, можно вручную его. Давай-ка вхарю. Да, шестеренки у нас где-то, но и монстры еще идут. Так, прям задницу. Он неуклюжий, можно быстро перемещаться. Ну, как же быстро игрока. Его уничтожили. Как успел быстренько повернуть. Так, мы спустились вниз, и там у нас два монстра. Так, уходим, у нас просто в задницу. Нас реально просто в задницу боднули. Так, кидаем гренки. Сейчас, ребята, не пройдут. Походу, один готов. Нет, проходит сквозь дым. Так, он не врезается. Не врезается, мы хорошо... О, как нас хорошенько приплюснули. Шестеренка крутится, и что-то открывается. Пока мы разбираемся с монстрами. Еще играет музыка. Так, вижу, уже какое-то движение появилось.
Движение появилось, но у нас, походу, есть монстр. Так, не вижу, где он. А вон он, вижу. Давай-ка сразу гонку прям. И припрыжку. Сюда. Нет, не получится, слишком далеко было. Так, пошла гренка. Есть у нас гренки, значит, спускаемо. Жесть. Отходим в сторону. Подходим поближе. Неплохо. Так, давай-ка снарядом же. Снарядом между ног получилось. Это на вот кожика. Какого черта, реально? Два снаряда просто между ног. Еще у нас монстры. Рук мы просто зажаты в угол. Так, нужно уходить в угол, реально. Так, прыгаем вниз. Прыгаем вниз, нужно собрать бронь. Где наша бронь? Мне нужна реально крутая бронь. Так, он бежит в нашу сторону. Какого черта, давай без наводки уже. Он снова припрыжку, два кап землю. Он готов. Сейчас добьем тебя. Пожестче, главное. Прям задницу воткни уже. Так, еще кто-то у меня мочит. Еще такой же монстр. Ох ты жесть, у нас реально очень мало жизни. У нас мало жизни, и у нас есть крутая пушка. Ух ты, да, поцелуемся. О-о-о, это готово. 3% жизни, друзья. Теперь 43. Хорошо, мало припасиков. У нас, в принципе, есть еще один снаряд такой пушки. Пушка реально крутая, и нас просто спасла. 16 метров именно вот сюда. Мы пришли к этой точке, тут ничего нету. Хотя, можно, возможно, что есть внизу. Так, внизу у нас тоже ничего нету. Можно все-таки посмотреть все подряд и осмотреть. Что-то, видимо, у нас все-таки открылось. Ух ты, да, у нас открылось. Походу, нам придется прыгать вниз. Все ниже и ниже. Ну, хорошо, прыгаем вниз уже. Соберем жизни и пойдем дальше. У нас, в принципе, очень мало жизни. Там, походу, какой-то яркий свет. Не может такого быть. Видимо, пойдем просто в рай. Возможно, нет. Так, ну что, мы где находимся? Ох, ребята, уже прессуют меня. Хорошо, у нас есть крутая пушка, 9 жизней. И готово. Всех троих или двоих уничтожили. Даже не успел заметить, сколько их там было. А где мы находимся? Так, хорошо, вижу, есть жизни. Тут нужно будет очень аккуратно быть. Так, припрыжком. И это, походу, жизни. Ну, хотя бы 29. А тут довольно высоко. Хорошо, нужно будет продолжать также прыгать дальше. Ну-ка, давай-ка припрыжечку. Готово. И снова входим в чью-то пасть. В очередной раз. В другую сторону нажму. Успел. Успел зацепиться. Здорово, у нас слишком мало жизни. Ну хорошо, наверное, с тобой по-быстрому. У нас, в принципе, есть бензопила. Да, у нас есть бензопила, но я не смогу ее разрубить. У нас реально нету жизни. Что же делать? Ракетами мочить его. 2% всего лишь, друзья. Я даже не знаю. Давай наводочкой. Зажимаем. Так, жизни. Жизни, жизни, то, что нужно. Есть бронище. Как-то проблема стала с жизнями уже. Монстров стало больше. Так, взрывовичок. Либо слишком с ними церемонить. Гасить их нужно. А тут еще выше. Такие бои, конечно, не очень-то и удобно. На высоте происходят. Так, у нас тут дрон, который мне, по идее, уже не нужен. Так, сколько метров? 190 метров. Ух ты да! Где мы очутились? Эмоции просто переполняют. Так, ну что уже? Сколько? Куда поднимаешься наверх? Иди ко мне. Вот так, в харю просто его. Так, поднялись наверх. Хорошая позиция есть. И тут есть жизни. Так, иди снизу. Что тут происходит? Какой-то мочилово. Закидаем просто гренками все. Оху, реально закидаем все. Так, хорошо, так, еще одна гренка. Их слишком тут много. Они реально с кем-то дерутся. Хорошо, там кто-то меня прессует. Он тут, походу, чувак меня просто прессует. Мы его тоже маленько прессуем. Какая мочилова идет. Ох, просто его смят. Красиво. Так, он готов. У него жизнь собрали. Можно спуститься вниз уже и со всеми сразу разобраться. Ну, ребята, я готов с вами разобраться. Какой живучий. Два ракета на него. Так, он готов. У него есть жизнь. Так, мне, по идее, нужно их добивать. Добиваем, да, будет больше жизни. Вот таким макаром даже появляется бронь. Это довольно хорошо. Так, он сразу готов. Довольно мелочь быстро уничтожается у нас. Хорошо, возьмем. Ух ты, да. О, куда пролетели мы? Я даже не заметил, сколько тут боеприпасов. Так, поднялись куда-то наверх. Есть боеприпасы, в принципе, хорошо. Есть какая-то дверь. Сколько дверей уже? Сколько уровней? Куда ребята, интересно, бегут-то? Можно даже последовать за ними. Посмотреть. Не заметили. Так, он готов. Есть какой-то... Есть какой-то бонус. Так, я могу добить. Что за бонус? Ускорение, в принципе, хорошее. Бонус для таких мест. Слишком много мест таких. Так, можно спуститься вниз еще. Вот, вижу. Так, наводочка. Наводки. Так, появляется. Наводка сразу же его. И можно припрыжку еще. Хо-хо, как красиво получилось. Так, он готов. Спускайся чуть ниже. Так, чувак где-то сверху был. А он же спустился.
Тут спустился еще один, он сразу готов. Тогда гренка забил, он похоже очень мертвый. Склей нам очень помогает. Выкатывай бычок возьмем. Обошли сзади и просто задницу. Так, он готов. Так, он тоже готов. Давай припрыжку. Красиво получилось, все-таки хочет добить его и забрать побольше жизни. И брони, конечно. Что, меня просто поцеловать, что ли? Куда ты лезешь-то? Так, он тоже готов. Что происходит на этой лестнице? Это какая-то адская лестница. Нам, походу, взять именно вон нужно туда. Хорошо, играет еще музыка. И у нас очередной монстр. Вот это я понимаю. Один на один. Хотя нет, это неправда. Сейчас мы уничтожим одного. И тогда будет один на один. Там есть еще один. Ок, два против двух. Хорошо, у нас нет пушки-то. У нас нет крутой пушки. Хорошо, уже добьем, наверное, так. С помощью дробовичка. Ну, давай, посмелее главное. Хоть у нас мало жизни. Ух, да, дырку мы сделали. Дырку в мордашке мы своей сделали. Сейчас походим к другому. Прям в спину можно. Так, он тоже готов. Красиво обошли и уничтожили. Контрольная точка готова. Хорошо, я даже не знаю, как туда попасть именно. Никакого перехода я не вижу. Но нам, друзья, именно туда нужно будет идти. Так, но снизу никак не пройти. Хотя есть какой-то вот мостик, вижу. Хорошо, наверное, пойдем по мостику. Так, сейчас мы наберем. И прям наверх. Тут у нас что-то есть еще, но это уже не собирается. Хорошо, можно подняться на самый верх. И уже собрать бронь. Так, открылась дверца. Как раз на погоду и сюда. Там, по идее, должен какой-то переходик быть. И, походу, на этом адском мосту будет реально перестрелка. Играет музычка. Тут есть бочка. Так, тут много бочек. О, реально много бочек. Так, увернулся. Неплохо взорвался. Хорошо, уже один на один, я это понимаю. Но он реально довольно здоровый. У нас, интересно, есть... О, кто еще появился прямо передо мной? Так, он сразу мертвый. И появился следующий. У нас должна быть бензопила. Да, у нас есть, и мы идем в атаку. Ух ты, да. Он просто перепрыгнул нас. Это круто было. Но ты никуда не денешься. О, разрубили просто на две части. Это реально было круто, когда у нас нету боеприпасов уже. Хорошо, дробовичок возьмем. А пойдем сзади. Засунем прям в задницу. Готов уже. И в глотку. Так, ну что, быстренько собираем и идем дальше. Играет музычка, кто-то есть еще. Так, подходит просто из угла. Выходит зальчик из угла. Так, я добьем уже. Так, он тоже готов. Кто-то есть еще. Жесть, там, походу, носорог. Прям в задницу меня, что ли? Жесть, сколько тут? Они очень быстро перемещаются, я их не вижу. Они какие-то невидимки, что ли? Реально какие-то невидимки. Так, один готов. Их очень сложно видно. Они какие-то серые. А потом просто краснеет. Отсюда, видимо. Готово. Их, походу, было 4. Довольно много. Так, есть припасы, есть жизни. Какие-то знаки. Обалдеть. Хорошо, друзья, идем дальше. Так, жизни то, что нужно. И вот, походу, это тот самый мост. Так, у нас тут ничего нету. Хорошо, идем, наверное, на мост. Какие-то цепи. Их нас там ждет потеха. Хорошо, ракетами можно. Издалека можно, конечно, ракетами. У нас нет суперпушки. У нас, в принципе, есть суперпушка, но там всего лишь 2 монстра. Уходим в сторону. Успели уйти. Реалистично смотрится. Я же сам уклоняюсь в сторону. Хорошо, у нас запаса никого нет. Бывает, ребята появляются сзади. Идем уже к дверце. Просто шикарная голова. Хорошо, ух, появляется наводка сразу. Сразу наводочка. А может, хотя и дробовичком. Так, он готов и появился сзади. О чем я и говорю, ребята появляются сзади. Они это просто обожают. Я тоже обожаю сзади. Так, можно добить его. Так, он готов. Так, он готов. Что произошло-то? Что рванул-то? Так, ну что, остался всего лишь один монстр. И главное, чтобы нас не сбросило отсюда подальше. Реально просто в голову в лепешку. О, красиво было. А здесь еще один появился. И тут очень много-то. Как бы прям в задницу. Но он реально сам стал в заднице. А ушли. Довольно быстро слияние. Смогли уйти. И он тоже готов. Походу просто оторвали ему руку. Давай-ка, 7-7, откройся и идем дальше. В чью-то пасть очередную. Сколько тут брони, сколько тут жизни-то. Просто какое-то богатство. Ну, мы уже максимально практически все набрали. И вот наш, походу, какая-то дверь.
Ух ты, да! Где мы появились? Ух, друзья, у нас очередной босс и посмотрим возможности. Найдем его сразу в места и просто уничтожим. У него есть какое-то поле. Как он прессует-то? Довольно неплохо дробовик справляется. Так, готов. Отходим, отходим. Главное подальше от него держаться, и тогда будет все чудесно. Мимо. Реально мимо? Как он злится-то? Уже практически 40% мы отнялись. Что такое? Какие-то шаровые молнии. Ушли довольно эффективно. Хорошо, давай-ка в атаку же. Идет в атаку, припрыжку и просто в задницу. Дробовик реально забирает очень много жизни. Можно выбрать, конечно, другую пушку. Ну, давай-ка открывайся. Я решил снова в атаку пойти. И мы, конечно, снова в задницу у них. Так, опять шаровые молнии. Нужно чуть подальше находиться. От таких... Так, у нас нужно жизнь. Мне нужно жизнь, конечно, и бронь собрать еще. Так, готово. Практически 50% мы уже отняли. Ну что, это что такое? Вторая молния снова. Ушли, двойной прыжок нас очень спасает. Так, ну кто, налево, направо, даже не знаю, куда пойдет-то? Прям в нашу сторону? Эх ты да, мимо. А мы прям в яблочко. Так, опять на центр. Шаровая молния. Припрыжку готова. Довольно, скажу вам, очень простой босс. Я даже не знаю. Ну, даже с ее... Не можно просто поиграться. Так, еще раз мы успели ударить. Ох ты да, довольно неплохо получается. Так, как вы сразу уже отняли 45%. Даже 55, скажу вам. Так, молния пошла. Нормально. Еще у нас есть боль, у нас есть 200% жизни. Это довольно круто. Оп, да, просто. Ох, реально, припрыжку. Он и я, его круто. Так, ну что интересно, еще задумает? Я даже не знаю. Ох, что это такое? Это что-то новенькое уже. Нас просто пуляет как. У него есть какой-то, видимо, молот. Этим молотом реально что-то гасит. Так, открылся. Открылся, можно угасить. Что-то интересно еще. Ух ты, жесть. Это что такое? Фу. Реально какой-то... Какое-то шоу устроил. Огненное шоу можно угасить в этот момент. Реально круто получается. Так, жизни, жизни. Жизни нужно собрать. Нет, друзья, гасим просто его. Реально нужно гасить его. Да, конечно, если можно оторвать. А это просто у него оружие. Ух ты, да. Это был очень простой босс. Я надеюсь, он еще живой будет. Черт возьми, не все так просто казалось. У нас, в принципе, есть крутая пушка. И, ребята, сейчас поцелуемся. Ух ты, да. Хо-хо-хо. Реально крутая пушка, мне она чертовски нравится. Уже просто не играем не по-честному. Хорошо, наверное, ракета уже. Что здесь происходит? Так, наводка. Ух, слева, справа, мне просто реально прессуют со всех сторон. Ну, ребята, даже не знаю, кого именно мочить. Интересно, в вашей жизни мы просто берем и наводочкой. Наводкой просто и гасим. Так, пошла венка. Паша, венка. Ух, сколько жизни. Жизни мы пособираем. Что происходит? Такого я еще, конечно, в играх не видел, чтобы два босса сразу же было. Слева и справа. Обалдеть. Реально очень сложно поймать-то. Такого, конечно, можно гасить. Гасить можно его. Хорошо можно гасить. В этот момент очень хорошо. У них нет защиты. Вот что хорошо. Можно взять дробовичок уже и просто реально пойти в атаку. Что происходит? Такого можно добивать. Так, довольно чудесно происходит. Обалдеть. Сейчас мы добьем. Нет, мы все-таки... Ох, да, в этот момент можно как раз и добивать. И как раз что-то можно с ним сделать. Вот так просто грудную клетку. Давай же, размочи его. Так, один готов, осталось последнее. Давай-ка последнему уже. Пошла гренка прям в него. Он ушел в сторону. Давай в эту сторону уже. Сейчас мы с тобой повеселимся. Осталось буквально чуток. Хотя можно взять крутую пушку. А нет, не возьмем уже. Мы его добьем уже. Вот наш чужой. Это было круто, друзья. Два босса сразу. Так, можно забрать жизни. И что-то появилось у нас.